тому, что мы получили чемпионат мира, я изначально отнесся очень хорошо, потому что это позволит нашей стране выйти на совершенно иной уровень по части комфорта для людей. Это правильно. Это очень хорошее продвижение наших национальных интересов. А вообще, будет ли этот чемпионат мира 2018 года в России? У нас так много сегодня наслоений политического характера, экономического характера. Мы просто не имеем права загадывать, а уж тем более говорить с уверенностью о том, что он будет проходить. Так много проблем, ты видишь. Я езжу по стране, я вижу, как люди живут. Нам так много домов надо просто построить, инфраструктуру, дорог. Стадион по стоимости – это хороший завод современный. Но если завод – это развивающийся организм, он может жить десятки лет и давать работу все большему и большему числу людей, развивать науку, образование и прочее, то стадион мертвый, это Колизей мертвый. Сколько не украдут, но стадион будет. Мне кажется, лучше бы это вложили в развитие страны. Нет денег ни на метро, ни на скоростной трамвай, ни на мосты, ни на дороги новые. И в этих условиях 20 миллиардов долларов вот так вышвыривать на стадионы и чемпионат мира по футболу, который будет убыточен. Нам надо ждать наплыва иностранцев, потому что футбол – это самый популярный вид спорта, самый массовый, самый зрелищный. Если чемпионат мира будет организован и проведен, и освещен в средствах массовой информации с таким же вкусом, как это было сделано с зимней Олимпиадой, то это нам очень поможет. Наша задача – сделать для всего мира праздник. Сделать так, чтобы сюда приехали так же, как на Олимпиаду, со всего мира. И этот замечательный вид спорта, в общем-то, был представлен здесь на высоком уровне. Чтобы людям было удобно, они почувствовали себя здесь как дома.